Не успели вы устать, как снова пора отдыхать. Один мой знакомый сказал, майские праздники – это хорошо, но зачем вы эти 4 рабочих дня? Ну вот в это воскресенье вы сможете немножечко расслабиться. Ну это в том случае, если вы успели собраться. И насладиться выходными. Ну а мы с Анютой уж в это воскресенье поработаем для вас прям целый час. И расскажем, что будет ждать вас в самый знаковый праздник года – День Победы. В это воскресенье. В 10 часов утра. На Первом Приднестровском.